1 января никакого повышения платы за коммунальные услуги не будет. В первом полугодии 2016 года плата останется неизменной на уровне декабря 2015 года. А уже с 1 июля в рамках прогноза социально-экономического развития страны тарифы вырастут. Об этом сообщила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова в интервью, опубликованном в интернет-издании «Подмосковье сегодня». Стартовал прием заявок на ежегодный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Семь нот Подмосковья», учрежденный детской концертной студией «Непоседы» совместно с группой компаний «Садовое кольцо» при поддержке правительства Московской области. В рамках фестиваля дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет покажут свои вокальные и хореографические таланты. Все участники смогут побывать на мастер-классах, а также получить сюрпризы от организаторов. Более подробно об условиях участия в конкурсе смотрите на сайте snm-fest.ru. С 14 декабря состоялся рейд по точкам продажи пиротехники. За несколько часов до рейда была проведена контрольная закупка. В двух из трех точек продаж этой продукции товар продали молодому человеку, не достигшему 16-летнего возраста, что противоречит закону. Также были выявлены нарушения пожарной безопасности и отсутствие свидетельств об аттестации продавцов пиротехнических изделий. Сегодня в 20:15 на нашем телеканале состоится прямой эфир с заместителем начальника территориального отдела номер 25 Государственного административно-технического надзора Московской области Татьяной Буравчиковой. Тема эфира – о деятельности территориального отдела номер 25 Госсанитехнадзора Московской области.